Пришел так к нам. Ну-ка подведи к нашему. Пускай они познакомятся. Он обедает. Отойди в сторонку. Шарик не видит. Сейчас как увидит, как же он будет лаять. Гляди. Ой, все, бросил. Ой, ой. Ой. Ох, какая красота пришла. Так, понюхать. Пускай поиграет, пусть. Чтобы меня не запутается. Ой, какой пушистик. Эй, куда ты уже ела? Так. О. Она к чашке. Так, обожди. Отойди, пускай она к чашке подойдет. Да она съест там. Ну, пускай съест он в это время там побоит. Ну-ка. Пускай съест. Допусти, допусти. Там дали хорошее, плохого тут нету. На он свое возьмет. Свое. Все? Но. Не надо руки протягивать, чужие собаки. Нельзя этого делать. Она ж не знает. Какая красота. Ну-ка, да поближе допусти. Но. Ох. Ой, да какая хорошая. Ой. Она даже на Шарика внимания не обращает. Паспорт проверяет, как у нее там. Где прописано. А ты не пробовал к батюшкина? Она как? В этот, они две девочки, они не очень. Девочки, не девочки, две суки. Но. Никогда девочки не называй. Девочка только человек. Я сегодня им объяснял. Это кобелек у меня. И в паспорте записывает не девочка, а сука, сука так и да. Написано. Ну, это ее название. Не берет. Телка, корова, бык, никаких мальчиков нету. Он как? Поиграть охота. Ой. А с кобелями ничего. Вот она как. Ну, правда, он маленький, что-то А к этому не подводил? Не очень. К Сережиным. К Сережиным. Тоже в это. Че, агрессию проявил, да. У кого она? Она-то хочет поиграть, а с той стороны вот агрессию проявляет. А вот приехал этот. Ой, беда его настигла. А вот сейчас Сережа там приехал со собакой. С теми нормально. Сережными с пупками. У него это, сука тоже. А, ну, с какой-то какая садой, у нее порода? Может быть, ураган, порода или... какая? Да просто волчок. А? Просто волчок помесь. Нет, это породистая собака. Она близкая, как хвост у нее. Это лайки, да? Лайка близкая к ней. Сегодня поплавали. Может быть, с какой-нибудь овчаркой, но вид-то у нее прекрасный. Ты что взяла? Синхронно глаза видно, что она не пятнами. И прикус у ней хороший должен быть. Это шарик, да. За пилу спаси Христос. А, да ладно. Вася-то упарился? Упарился, конечно. Я говорю, тебя там еще комары, говорю, нажалят, будешь знать. Так он еще, Роман поработал на ней. Сейчас я ее привяжу. Ну ладно. В долине пришел. Вот она как, познакомились. Ну, Шарик, беда ему тут. Ой, на двор сходить надо. Так как его допекло это знакомство. Ох, Шарик ты, Шарик. Ну, ты в глазах-то ее теперь какой? Рядом-то стоит-то, считай. Ну, женского пола, а ты уселся на кучу. Ну, не годится это. Ой, забуксовал. Это он зарывает. Хороша собачки. Хорошие собачки? Ну вот, посмотрели. Ну, ладно. А у нас все тут кошечки. Не трожь, обожди. Не трожь ее, отойди в сторонку. Ее покормить надо, наверное. Прокусывать? Ну, да. Они злые какие-то комары. Так. Ну все. Посмотреть надо, что они там делают. Решили вскрыть трубу. Давайте посмотрим. Канал. Почему она дымит? Ну? Узкий канал. Ну, конечно, узкий. Это разобрать. Она развалила все. Дыму-то идти негде. Прокопайте, уберите его. Может быть. Но последний кирпич не трогать там. А кирпичи обязательно должны быть с двух сторон? Ну, обязательно, иначе засыпет земля. Обязательно.
найти кирпичи. Куда ты такое ведро принес? Зачем? Это потребуется, может, пятая часть ведра. Что? Ломанул-то. А что это кирпич такой плохой? Хороший. Развалился с годами. Ну да. Вода потекает. Тут надо закрыть шифером, чтобы не попадало туда, как он там. Мы закрыли печь-то. А пока попадала сырость, все разваливалось. И туда, чтобы соединилось, и ровно было, и внутренние стенки затереть. Тряпкой водяной, водянистой тряпкой глину растереть. Чтобы нигде никаких выступов не было. Ровно. Ладно. Никита, старайся. Виталий, а почему ты не идешь, не смотришь там ремонтировать? Я посмотрел. А? Я посмотрел там. Посмотрел, все? Да даже не разобрали, что ты посмотрел-то? Что, в чем проблема? Да ты помоги. Кирпичи взять, принести. Посмотри там как. Все. Он ушел уже с собачкой-то? Да, ушел.